Привет всем, ребята, на моем YouTube-канале. Что-то мои видео не залетают, их мало людей очень смотрят. Помогите, пожалуйста, мне собрать хорошие просмотры, потому что я, в общем, на днях смотрела видео в YouTube, кто сколько зарабатывает. Там такие огромные деньги, а я что-то вот никак не могу, чтобы мой YouTube стрельнул и тоже заплатил мне хорошие деньги. Поэтому поддержите, я хочу попробовать набрать 1 000 000 просмотров, буду снимать все, вообще все. Надеюсь, это наоборот не спугнет и от меня не отпишутся. Вот, у меня так солнце светит, но почему я стою в эту сторону? Хочу вам рассказать, чтобы не просто это было какое-то пустое видео. Вот, а хочу вам рассказать про то, что, я не знаю, слышали вы, может быть, не слышали, но, по крайней мере, я всегда, особенно в начале, когда сюда приехала, я всегда удивлялась, почему те, кто имеет дома, не сажают у себя в огороде. Ну, помните, да, как, ну, помните, вы знаете, я точнее, помню, вот здесь тенечки встану. Как мы сажали постоянно и в огороде, и ездили на дачу, да, любой какой-то там сантиметр старались использовать для там клубники и всего. В общем, а здесь вот я всегда удивлялась, ну почему же не сажают. И вот хочу вам сегодня рассказать. Сзади меня огурцы, есть там помидорчики, но кто-то кушает мои огурчики, кто-то их ворует. В общем, за все время, наверное, попробовали 2 или 3 огурца, хотя очень много листочков, да, которые должны дать огурцы, и должны мы собирать хороший урожай. Но вот висит, допустим, вечером такой небольшой, думаешь, ну, дам еще ему там какие-то дни, чтобы он вырос, да, нормальным. На следующее утро его нету, но могу, хочу сказать, что видели здесь и опоссумов, и белки, и ящерицы, и маленькие, и большие, и еноты лазят. Вот, наверное, кто-то из них это кушает. Стоит рядом Тесла со мной, очень внимательно слушает всегда, когда я записываю для своих социальных сетей. Поддержка. В общем, как вы думаете, кто может съедать огурчики? Растут, как я сказала, помидоры, а они вроде растут, никто их не трогает. Вот, потом там соседи есть, у них растут тоже огурцы растут яблоки какие-то, сахарные яблоки, что ли. Какие-то. Они вообще с Китая, соседи, вот, плохо на английском разговаривают, поэтому я как-то старалась с соседом поговорить, но он, ну, ему прям тяжело, да, на английском говорить, я не стала его допытывать, вот, но там растет, все хорошо, прям цветет и пахнет, и мы так думали, наверное, ну, те, кто здесь давно живет, в плане прям в доме, да, и которые этим увлекаются люди, наверное, знают, что чем-то надо пшикать какими-то химикатами, да, особенно это Флорида, ну, то есть здесь очень много живности, как бы не казалось, да, что во Флориде жарко, тут даже есть медведи, чтобы вы понимали. Я сама была в шоке, пока не увидели, как он лазит в мусорном баке, вот, и везде знаки тоже медведей. Вот, поэтому как бы много всего открывается каждый день, знаешь, в Америке. Вроде бы живешь, а такого вот о чем-то вообще не подозревал, не знала, тут раз и узнаешь. Вот решила вам тоже рассказать. Вот, кто знает, поделитесь, как выращивать огурцы, чтобы они давали плоды, как вот это сажать. Ну, мы уже думали, что, наверное, земля какая-то плохая. Ну, раз у соседей все растет, потому что я пыталась и клубнику посадить, и малину. Засыхает, все желтеет, хотя мы поливаем постоянно, ну, то есть ухаживаем, как и там у себя дома ухаживали, да. Вот, не хотят давать плоды. Собачка моя вон там гуляет, она любит очень дворик. Мы ее тоже так, ну, она здесь гуляет, выпускаем, думаем, может, она там поймает этого воришку, но что-то никак не можем понять. Сейчас я вам поснимаю огурчики, как у нас растет ананас, инжир, манговое дерево, кстати, и, наверное, я отдельное вообще видео, вот там такой цветочек красивый. Видео сниму, как растут манго. Сейчас особенно это
сезон. Очень вкусные, просто самые вкусные, наверное, которые я ела в своей жизни. Вот, тоже надо будет рассказать. Поснимаю, да, вот наши помидорчики, ананас, что еще, инжир вот тоже кушали. Апельсиновое дерево есть, но тоже что-то оно так прям не хочет. Хотя в Калифорнии очень, ну, в Калифорнии и во Флориде очень хорошо растут апельсины. Почему-то у нас так вот как-то грустненько. Ну, в общем, смотрите дальше. Вот видите, какой там красивый цветочек. Я не хочу туда пролазить, потому что я недавно видела большого паука. Я очень боюсь насекомых. Так. Вот они, помидорчики. Видите, очень много плодов, да? Правильно? Плодов дает черри, помидоры черри. Все это, если покраснеет, то вообще будет супер. Потому что некоторые уже были красненькие, очень вкусные, прям напоминают наши домашние. Вот видите здесь. А я хотела еще что-то смешное показать. Посмотрите. Вот эта вот палочка дала 3 помидорчика, которые уже краснеют. Вот. Так, собака моя улыбается. Вот, вот моя малинка, которая вот прячется сейчас за огурчиком, но она вообще так печально, печально, печально. Не знаю, что она не хочет, что-то не хочет. Вот эти вот огурчики, смотрите, было очень много вот этих вот цветочков, которые должны были дать нам, но кто-то у нас их ворует. В общем, вот они, видите, маленькие вот есть. Но он подрастет, и его кто-то скушает. Вот так вот. Вон, видите, моя собачка за ящишками бегает. Она их ловит, играется. Так, так, так. Вот, видите, здесь вообще они засохли. Ничего не дали, никаких плодов. А если дали, то кто-то съел. Жаль очень. А вот, не знаю, видно, не видно. Сверху вам показала соседи, что у них там все цветет очень хорошо. Ну вот они, помидорчики тоже. Вот здесь очень большие. Посмотрите. Вот. Хорошие. Покраснеют, будет классно. Вот оно, апельсиновое дерево. Что-то... Мы даже когда покупали его, оно было намного больше. Что ему не нравится? Хочу уже апельсины, чтобы росли. Вот здесь тоже у нас помидорчики. А сейчас я там хотела клубничку показать, которая клубникой даже не назвать. И вот дерево инжир. Уже кушали мы какие-то ягоды с этого дерева. Не успела записать видео, у меня телефон нагрелся из-за солнца, наверное, и перестал работать. Вот я рассказывала про инжир. Ягоды, да, которые мы уже собирали и кушали. И вот здесь вот ананас растет, который дал уже потомство где-то. Где-то вот там рядышком уже будет еще один ананасик растет. Ну, пока что он маленький. Мы уже собирали один, он уже давал плод. То есть был до этого ананас очень-очень вкусный. Прям он вырос большой такой, сладкий, сочный. В общем... Вот такое хозяйство. Это не деревья. Так, я хотела подойти к этому месту и показать. Посмотрите. Узнаете, что это? Но я хочу покупать. В прошлый раз была в магазине, но не нашла в горшках клубнику, потому что я люблю очень клубнику и хочу, чтобы клубничка тоже росла. Здесь там и укроп, и морковка, и лучок есть. Но все растет, как я и сказала, очень медленно. Вот так вот в Америке. Поэтому и не сажают во дворах особо люди. Вот там ящерки лазят. Думаю, что они тоже, наверное, что-то кушают. Белочек очень много. Вот. Флорида, красота. Поэтому, ребята, вам не сложно, поставьте лайк,
напишите комментарий какой-то, может быть, совет. А то что-то я прям расстроилась. Ребята на Ютубе там зарабатывают что-то. И я посмотрела, ну не сказать, что какие-то у них там блоги, там фильмы, да, с разными спецэффектами. Тоже, ну, интересные блоги. Вот. Поэтому поддержите мой канал, кому не сложно. И всем всего хорошего. До следующего видео. Буду думать, чтобы вам еще рассказать такого интересного.